Приветствую вас, дорогие подписчики. Сегодня хочу вам обозрить горелочку необычную для сауны на газу. Ну, тут немножко взъелся я с ней. Вот она такая. Типа Русь. Ковырялся, наверное, я с ней полчаса. Сейчас газ убавить. Он перегревается. Проблема была в тяге. Не было тяги, она не заводилась. Этот фиксатор клапан. Этот тяга, ее сжимаешь. Сама топка небольшая. С той стороны сауна. Вам покажу. Вот. Сама печка. Сзади стоит как раз вот наша любимая горелка. С камеры уходящих газа. Ходит вверх, нагревая сами кирпичи, и заслоночка обязательно должна стоять. Конечно, вот немножко уходящими газами химнедожог есть небольшой, он регулируется. Планирую поставить на ту горелку контроль факела, вывести температуру сюда в сауну уже, чтобы горелка включалась-выключалась в зависимости от температуры. Ну и, соответственно, режим подобрать. Соотношение газ-воздух.